Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. Одна семья, 4 истории каждую неделю. Первое свидание. Хочешь зайти? Да, хочу. Это кто? Мэтт, мой бывший жених Чед. А, ты в курсе, что она моя невеста? Боюсь, свадьбу отменили. Нет, только не для нас, принцессой. Он на нас смотрит и плачет. Поедем к тебе? Я за рулем. Какая роскошь! Ты богатенький сынок, что ли? Нет, не совсем. Тебе налить что-нибудь выпить? У нас есть вино и вино. О, милый, Мэтт подругу привел. Поставь на паузу. Ладно. Милый, на паузу. Пытаюсь. Поставь уже на паузу, милый. Сколько у нас пультов? Просто на паузу поставь. На паузу. На паузу! С ручками было удобнее. Роды. Вижу попку малыша. О, нет. Я что, обкакалась? Не переживай, тут у нас и хуже бывает. Бывает хуже, чем это? Угу. До встречи через 6 недель. И чур никакого секса. Простите, нас не предупреждали. Этот туннель закрыт на ремонт. Кстати, до нашей встречи ни в коем случае и ни по какой причине не смейте туда смотреть. Что такое? О, боже. Я туда посмотрела. Зачем ты это сделала? Не могла 6 недель подождать? Не выдержала. Дадут тебе коробку и скажут, там такая чума, но не смей заглядывать. Естественно, сразу заглянешь. Я заглянула в коробку. Настолько плохо, да? Помнишь, когда хищник снял маску? Знакомство с колледжем. Вопросы есть? Вроде нет, пап. Уверен? Твоя сестра сказала, ты девственник? Ерунда. Мой первый раз тоже был в колледже. Я думал, что он был в школе, но тот раз не считается. Как такое может не считаться? Знаешь, в диване есть щель между подушками. Ты потерял девственность с диваном? Даже не верится, что ты врач. Не волнуйтесь, я за Тайлером присмотрю. Вот тебе бутерброд. Мам, ты издеваешься? Нет, это тебе. Положи в карман, потом перекусишь. Можешь его не есть. Я его с клюквой сделала. Просто возьми. Вдруг проголодаешься. Вот бы твоя мать бутер мне в штаны засунула. Похороны. Дети, каждый из нас оплакивает смерть отца по-разному. Все будет хорошо. Спасибо, милый. Отец с тобой бы гордился. А вот и он сам. А хлопать надо? Спасибо, что пришли на мои похороны. Отпразднуем мои 70 лет по полной, правда? Чудесная возможность собрать всех занятых родных. У вас всех в жизни столько перемен. Мой внук Тайлер поступает в колледж. А мой сын Грег подарил мне 4-го внука. От его жены. Твой отец опять забыл мое имя. Неправда. А теперь надгробные речи. Ваше здоровье. Сериал о жизни. Мое время на исходе. У нас столько всего еще впереди. 70, это считай 80. То есть 60. Да не важно. О смерти. Пап, я скучаю. Меня здесь нет. Я делаю вид, что ты на небесах. Следующий. И неловких моментах. Зачем ты ей сказала, что Санта не существует? А мне надо было соврать? Да, миллиарды людей каждый год об этом врут. Между ними. О чем еще мне врала вся эта семья? А пасхальные... Выдумка. А зубная... Выдумка. Все выдумка. Все. Даже Бог? Он настоящий. Для меня только что весь мир перевернулся. Я хочу побыть наедине. А вам не просто будет вернуть мое доверие. Бетси Брант, Колин Хайнс, Зои Листер-Джонс, Джеймс Бролин, Дайан Уист. Жизнь — это череда мгновений. Мимолетные мелочи, кусочки жизни, которые быстро проходят, но остаются в сердце навсегда. Здесь и тебе местечко найдется. Правда? Да. Повернись на бок.
Мне нечем дышать! Заело! Помогите! Что случилось? У них не получилось открыть. Надо его откатить в мастерскую через дорогу. Осторожнее, в гробу тела вашего отца! Жизнь в деталях.